Дебильные картины, не понимаю. Сядь, прилегу и посплю. А тебя не перепутал на кровати? Белка, ты тут не такое. Белка, давай вставай, вставай. Нет, узбек, так мы не разбудим. Вот мы советы как раз молодеть тела. Советы коски, как разбудить любого гражданина в тесноте. Вряд первый, включите музыку. Хочет просыпаться здесь, в этом доме. А я сегодня съела пачку роллов. Никто не хочет просыпаться здесь. Здесь и кому здесь не весть. Дорогой, а разве ты покупал будильник? Нет. У кого будильник? Петюна вас Стась не разбудит. Нет! Уходите! Война каменных людей! Война против всех! Так вот тебе поверили. Чем ты меня припишешь, Инош? Ты призбудили соседа. Давай, лентяй! Давай! Давай, давай, давай! Она его точно разбудит. Ты сколько можно? Придумала! Я уже не знаю. Блин, купила не ту пачку. Ладно, попробуем по-другому. Фонарик. Здесь так жутко. Будут это глюки.
Цен. Блин, батарейки сели. Попробуем все по-другому. Ты делать, а? Подсказывай идею. Спасибо. Я ничего не говорила. Кошка! Кошка, не смей! Положи на место! Упс! И туда, на зало. Эх, слава богу, все обошлось! Обошлось! Ты уничтожила весь город! О, спокойной ночи, молодцы! Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик.